Художники – это глаза города. Это не я сказала, это где-то прочитала. И в каждом каком-то событии, в каждом явлении они находят красоту. То, чего так мало в нашей обыденной жизни, или то, что мы не замечаем. Слышишь живые картины, всегда представляешь какие-то работы Леонардо да Винчи оживленные, либо не видела. Очень много работ просто по интернету гуляло. И когда сказали, что мы будем анимировать пермских, это немножко вдохновило. Для меня самое интересное было, наверное, работа в фотошопе. Мне нравилось доделывать какие-то мелкие детали и потом смотреть на эту картину уже не как именно на картину, а как будто бы это действие, которое происходит в настоящем. То есть мы можем подвинуть человека и видеть, что у него, например, на заднем фоне и так далее. Как бы художники это взрослые люди, они у них там, они видят все то, что происходит сейчас, да, и на их работах это видно, особенно на пермских работах, это в основном какие-то серые мотивы, это какие-то, не знаю, это дождь, это заводы. У детей, наоборот, все как-то они смотрят, они везде видят какой-то смысл, который мы уже как бы к этому относимся совсем по-другому. Было интересно, когда они проявляли инициативу, придумывали анимацию, то есть они придумывали, что будет прыгать, выскакивать и что будет двигаться. Я считаю, что работа была несложной, и она получилась удачной.
Я вырезала всех персонажей на новые слои, дорисовала все, что мне нужно было, фон дорисовала и начала делать анимацию. Самое сложное, я считаю, это придумать историю, которая будет происходить в этой анимации. В принципе, у меня все хорошо получилось. Ну, что мы можем ждать? Мы сейчас думаем о том, что продолжить какое-то направление очень похожее в Пандориуме, потому что все этим заинтересовались. Добрый день, уважаемые дети, уважаемые гости. Этот проект — это одна из возможностей наших детей